На первом этаже Эйфелевой башни в Париже открылся каток. Встать на лед и насладиться романтическими пейзажами с высоты 57 метров могут все желающие. Вход на ледовую площадку бесплатный, а вот чтобы попасть туда, билет в башню приобрести все же придется. Каток проработает до середины февраля. Новая забава уже привлекает туристов из разных стран мира. Кататься на Эйфелевой башне – это удивительно, очень здорово. Невероятное место. А какой вид? О таком даже мечтать нельзя.